Четвертый год с нами здесь, День Победы у памятника воину-освободителю, встречает ветеран Великой Отечественной войны, который 18 лет десантником освобождал Вену, Владимир Васильевич Располыхин. Дорогие друзья, дорогие жители славного города Вены, я сегодня в честь 74-й годовщины Отечественной войны советского народа, российского народа против немецких захватчиков от души и сердца поздравляю с нашим праздником. Этот праздник у нас самый хороший, самый отличный. Он у нас с вами в наших руках. После того, значит, я пришел в армию 17 лет и 4 месяца прямо со школьной скамьи. Thank you.
Thank you.